Так, Jans Equipment, позиция Service Writer. Ну, насколько это я помню, это было вот для меня таким шоком. То есть приходит клиент, ну клиент это вот фермер, да, скажем, и он как бы он владеет там 3-4 комбайнами, а одет он как бомж. То есть он просто вот весь замазан, грязный, в грязи, в какой-то соломе, в масле, сам на лице грязный, все. И в то же время она приезжает на кадиллаках, на траках. Трак, это вот в Европе называются пикапы. Приезжает, и он тебе что-то говорит. Ты понимаешь, что это какой-то вот, может, водитель, там, я не знаю, работник там на ферме, который там не успел помыться и приехал, он сейчас там что-то забирает. Это, кажется, просто хозяин. Для нас, вот, для Украины, для Европы, для нас понимание хозяина – это когда вы встречаетесь где-то там, да, в кафе, в ресторане, пообщаться с менеджером, это тот, который управляет с офиса. Здесь все кардинально противоположно, upside down, это вверх ногами. Здесь североамериканский образ жизни, ну, вообще Канада и Америка, я равняю их, как бы, делаю уравнение между ними. Ну, я так проработал 3-4 месяца проработал. И я понял, что я ничего не понимаю, почему здесь так, вот как они так делают, работают. И в феврале я ушел и пошел работать на ферму. Я проработал на ферме, нашел его через местное объявление. То есть, когда я ушел с одного работодателя, мне дали полгода для поиска другого работодателя, иначе я мог потерять свой... мою подачу на ПМЖ. Я по прилету в Канаду сразу же подался на ПМЖ, буквально там через месяц. Подавался я один, потому что еще не знал, останемся, то есть останусь я тут жить или нет. Ну, работодатель меня, кстати, встретил очень хорошо, встретил квартирой. Значит, квартира была обустроена всей мебелью, утварью. Я вообще не покупал, по сей момент вообще ничего не покупал. Может, пару стаканов. Там все есть. Ну, вот, я не знаю, мебель, постельное, все новое было. Это очень большой плюс. Плюс они дают какие-то там стартовые деньги тебе. Без всяких на то причин. То есть это стартовые, скажем так. Подъемные у нас называется. Значит, квартира находится... Сейчас переключу вам камеру. Квартира находится вот в таком вот доме. В следующих видео я сниму, как у нас выглядит квартира. Это 3 этажа, и вот бейсмент внизу, это бейсмент, это вот подвал.